Два ахинских подъезда принимают участие в областном конкурсе «Подъезд образцового содержания». На территории островного региона продолжается реализация проекта «Наш двор, наш подъезд» в рамках программы «Защита, забота, уважение». Его инициатором стал губернатор региона Валерий Лимаренко. В рамках проекта в течение 2 лет управляющие компании должны привести в порядок все подъезды области. Завершить работы должны уже в этом году. В 2024-м в Ахе отремонтируют более 170 подъездов. Штукатурка, покраска, затирка, вот это все. Есть подъезды попроще, в которых минимум работы, там побелка, покраска, так, по минимуму. А есть тяжелые подъезды, которые со времен постройки, наверное, не делались ремонты. С ними посложнее. Там уже прям до бетона основательно все очищается, затирается, перетирается, штукатурится. Ну и потом уже покраска. Где-то жильцы, да, с нами связываются. Мы им отправляем образцы красок, какие есть. Вот здесь у нас вот им понравилось жителям. Трехцветный подъезд, веселенький, яркий. Есть подъезды, в которых, в принципе, жильцы не участвуют вообще никак. Ну, в основном стараемся идти на уступки, чтобы жильцы были довольны. Отремонтированные, чистые, яркие общественные пространства участвуют в конкурсе «Подъезд образцового содержания». В июле участниками конкурса от Ахи стали подъезд номер 1, дома 22 по улице Советской, и подъезд номер 3, дома 38/1 по улице 60 лет СССР. Подъезд номер 1, дома 22 по улице Советская, в ведении управляющей компании «Партнер Групп». Ремонт сделали очень быстро, качественно. Вот мы недавно прилетели. Заходишь в подъезд. Ощутили контраст между прошлым ремонтом и нынешним. Да, достаточно очень оперативно все выполнили. Хорошо. У нас очень хорошие образцовый соседи подъезд. И очень хороший подъезд. Мы прямо этим гордимся. Я вот еще, например, привыкаю. Я захожу каждый раз, у нас же был бирюзовый такой подъезд. И я вот, мы недавно прилетели, я только захожу в подъезд и каждый раз, а это мой подъезд или нет. Вот, привыкаю. Ну, в принципе, мне очень нравится. Очень приличный подъезд. Спасибо, партнер групп. Подъезд номер 3, дома 38/1 по улице 60 лет СССР обслуживает управляющая компания «Управа». Мы выбирали, какой цвет. То есть, ну, сейчас заходишь, мы просто радуемся глаз. Во-первых, чисто, аккуратно. У нас нет таких там всяких вот, ну, проказников, да, которые вот там нету исписанных стен. То есть заходишь, пахнет. Это самое главное. То есть, ну, чистый подъезд, ну, нам это очень нравится. А скажите, пожалуйста, кому пришла идея выйти на конкурс подъездов? Ну, у всех жильцов, почему нет? Ну, мы очень хотим победить. А управляющая компания, ну, молодцы, они справились, причем очень быстро поменяли нам. Единственное, что мы поменяли нам двери входные, да, сделали уют нашего подъезда, то есть, ну, мы очень благодарны им. Конкурс на лучший подъезд образцового содержания в многоквартирных домах проводится ежемесячно для того, чтобы как можно больше жителей включились в общественную жизнь по преображению окружающего пространства. Победителей конкурса выбирают на региональном портале «Острова-65», где проходит онлайн-голосование. Приложение «Острова-65» дополняет карту сахалинца и помогает записаться к врачу, получить результаты анализов, обратиться к властям, узнать, какие льготы полагаются и, например, получать актуальную информацию от коммунальных служб.